А здравствуйте, дорогие зрители! И с вами снова мы, The Friends Channel. Сегодня мы продолжаем играть на нашей сборке. Айдар! Видла! Здравствуйте всем! Многие, наверное, ждали этой серии, многие, может, не ждали этой серии. Но всем привет, кто ждал и кто не ждал. И мы играем сегодня с одним нашим человеком. А вот же он! Здравствуйте, дорогие зрители, это снова я, Данила. Так, дорогие зрители. Это прогейминг, не знаю, он решил, короче, пиво не прогейминг, так чередовать свои ники, так, потому что... Так, сейчас, я дорогие зрители... Я не хочу обижать прогейминга. И у меня в руках есть играл. Жезл, потому что в прошлой... Ну, мы как бы сняли уже вторую серию, но там немножко возникли проблемы с ней. Но там я скрафтил жезл, ну, вот. Так, сейчас стой, не бей. У меня что-то немножко лагает. Сейчас дайте я еще что-то так. Я пока кушать нам сделаю. У меня уже вся свинина кончается. Данил, идем, помоги мне пшеницу собрать. Ура, веселое фермерство. Так. Только собирай, только зрело. А хотя пофиг, всю собирай. Она вся почти зрела. Так, никогда не смотрю, какая пшеница, главное, собираю. Лентяй, Данил. Крушить, ломать. У нас какая-то проблема со скайпом еще перед серией была. Ну, мы разобрались. Так, мы всегда всё. Разбираемся. Сейчас я... Смотрите, у нас... Мы будем делиться так. Данил у нас развивает Tinker Reconstruct, и я делаю все ему инструменты. Красненько, что бери. И дай мне все. Не инструменты, а вот именно... Он тоже будет делать. Да. Всё. Так, сейчас я вот так... Я один не затащу. Да. Я буду заниматься дивайном РПГ. Ну, то есть, мы с Данилом будем заниматься и дивайном РПГ, то есть... Я ванильный Майнкрафт. А он будет заниматься... Так, трафаретный стол? Окей. Дальше, что еще нам надо? А он будет заниматься трафаретным столом. Понятно, все хорошо. Айдар будет заниматься... Даункрафтом. То я заменяюсь, то я трафаретным столом занимаюсь. Вы что там? Ой. Ну, в общем, Айдар-то у нас прошник, он все вытащит, а мы нет. Да, во второй серии я хочу отправиться на тот остров. Так, Данил, сейчас мы приготовимся. На Tinker Constructor, что ли? Какой Tinker Constructor? Наверху который. Который наверху, это не Это Tinker. Из Tinker Constructor. Ну, да, наверное, из Tinker. Ой. Это слаймовый остров. Да. Типа надо забрать тростник. Раз посмотрел на тростник, то надо его забрать. Так, опа. Спасибо. О, 46 тростника, хорошие плоды. За серией Айдар высадил. Да. Еще мы читаем обязательно комментарии. Нам в комментариях написал один подписчик наш, что есть кракеновая броня, если я правильно прочитал. И она это. Ну, она делается из чернильных мешков. Надо посмотреть. Нам сказали, она очень сильная. Ну, так сказать, не очень. Не сильно, но она что-то какую-то штучку дает. Я помню. Так, специальную штучку. Сейчас я все из Tinker Reconstruct скрафчу. Давайте я вам еды раздам, подходите ко мне. Так, опа. Раздача на спавне. Давай. Так, давай. Кому хлеба? Не. Боже, у меня так залагало, я в сундук врезался. Так, опа. Ой, что я сделал? Выкинул хлеб. А так, ничего. Окей. Конечно, Айдар, можно же перепутать меня с сундуком. Мы так похожи. Оба деревянные. Sword Blade Button, окей. Хорошо, да не запомнишь, это деревянный. Так, сейчас. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я это все понял. Так, дальше это. Так, брод. Нет, я хочу сделать. Я пока лестницу строить. Sword Blade, Tool Rod. Так, Tool Rod. Слушай, я потерял этот остров, где он? Так, это что у нас? И Максим все-таки установил трикопитейтер Optifine и какой мод? Ламджер какой-то там. Ламберджер. Да. Это переводится лесоруб. Есть такой класс даже в Annihilation. Ну вот, в чем Annihilation. Он не как трикопитейтер работает. Если вы знаете, трикопитейтер, он рубит и листву, и дерево, и выпадают яблоки, там всякие плюшки. А ламберджек, он рубит только дерево. Листва остается наверху. Так. А нужно кому-нибудь там сиды? Да, нужно. Обязательно еще ферму буду расширять, наверное.
Тогда за сидами прошу ко мне. Так, оптик. Ты пока выложи там верхний сундук. Оптифанчик стоит, все нормально. Рейс. Или что у нас, Окси? Окси у нас или Рейс? Рейс, да тихо. Окси. Так. Привет. Отлично, вот я не понимаю, зачем нужен Оптифайн. Он мне никогда в жизни не пригодился. Ты чё, Оптифайн вообще, ты такой стоишь там, играешь, не знаю. У меня графика на минимуме. Я ничего не вижу, я сундука отсюда не вижу. Не знаю, мне Оптифайн помогает в таких режимах ПВП. А, ну да, такой сидишь на горе. Что это там за петушок лазит? Я, например, когда мы играли в Civilization Craft, есть такой режим. О, смотри, что у меня. Ага, мы когда с Максимом играли... Рапира, там... у меня рапира, оп. Кто у тебя? Рапира, покажи. Кому? Кто хочет? Дай мне. Не наглей. Мам, Данил дай. Я хочу посмотреть. Такой, детишки. Что за меч? Тинкер Констракт. Что такое? Все, Данил убежал. О, Данил, спаси. А, у меня железный меч. Значит, сейчас я, наоборот, лучше улетать буду. Когда мы играли с Максимом в Civilization Craft насчет Оптифайна, я встал там как снайпер на гору и такой смотрю к нам враги. Она только чтобы отпрыгивать, да? Кто, рапира? Нет. Я сейчас себе штучку сделаю, с которой можно... Школьник! Мне школьник забивает. Я думаю, какой? Какая крыса? Кстати, Максим, ты помнишь, да, школьника? Где? Не помнишь? Где? Босса школьника. А, да. Так, сейчас делаем. Так, делаем. У меня сейчас таргет. Сейчас. Тихо, кто меня ударил? Дай мне, пожалуйста, рапиру. Смотрите, а кто вот так? Смотрите, что у меня. Слушай, что это? Я не вижу. Смотрите. Айдар, беги на меня, как будто ты меня хочешь убить. Нет, смотри. Стой. Ай, залагала. Беги на меня. Вот. Беги. Ты сам себя так убьешь скорее, чем у тебя. Данил, на кто-нибудь, на помощь! Кто-нибудь! Крипер! Крипста! Стой, у меня опять что-то немножко лагает. Ты какой-то странный. У меня мышка вообще резала. Сразу синяком подыщи. О, тихо! Вы чё меня так... Вы... У меня полтора сердечка. Так, быстро все... А, фиг, спать пойдёшь. Я, короче, спать. Вот так, сзади, Айдарка, сзади! Сзади, на тебе! Ты чё, бомж? Ты чё меня бьёшь? Все, давайте спать. Это моя кровать, Максим! Давайте спать быстрее. Айдар, спи. Всё. Спим такие с мечами. А мне норм как-то. Вы как-то так спите, если честно? Ну ладно. Охренеть, у меня вообще броня. Максим раскидал всех. Так, теперь подбираем. Эй, а почему я броню не подбираю? Надо ним, твоя у меня броня. Так, у меня зависли, что ли, или это я завис? Так, сейчас еще раз я посмотрю. Блин, почему? Я не понимаю. Вроде бы у меня все нормально, графика. А, так быструю тогда сделают. Чего я понимаю, это может из-за тюрьмы. Из-за тебя, наверное, лагает. У тебя интернет не открыт случайно? Нет. Ну, раз у нас лагает... А, ну, у меня открыт интернет, но моя свинюшка. У меня там просто видео... Выключи. Где моя свинюшка? Ну, тебе-то какая разница, если у меня интернет? Все равно жрется интернет, хоть у кого. А я думаю, что у меня лагает? У меня же обычно не лагает. Так только... Как у тебя, я не понимаю, как у тебя же может лагать. Смотри, про гейминг, лови меня. Стой. Тихо. Ай, я тебя вижу. Иди сюда. Дай полетаю. Тихо. Один удар, Максим. Про гейминг, давай нападай на меня. Чё, не можешь, что ли? Давай, нападай меня, давай. Думаешь, не могу, да? Давай. Про гейминг, где у тебя там? А, это куй. Я, по-моему, перепутал. Иди меня. Сзади нечестно. Чё, в атаку, что ли, захотел? Что сзади? А, мне показалось, что Макс... Нет! Не трогай, пол хп! Уйди, маньяк! Я не такой плохой, тебя мог добить. Мне чело. Ну все равно я тебя добью. Не надо! На! Ахалай-махалай! Тихо. Ладно, все, я тебе сейчас все дам. Тихо. Смотрите, Данил, спорим, ты меня не убьешь? Стой, если у меня лагает. Давай, убей меня. Я должен все вещи подобрать. Максим, ты, кажется, хотел на остров попасть. Данил, попробуй меня убить. Блин, тихо, нет! Попробуй меня убить. 2 хп, там хп осталось.
Попробуй меня убить. На остров пойти. Я же тебе сейчас, Максим, с одного удара могу уложить. Звук там. На верхний слаймовый. А, уии! А, фиг ты меня. На, Айдар, Айдар, Айдар. Все, ладно, пошли. Все, Айдар, хватит, давайте, хватит беситься. Данил, вы давайте идите, я пока немножко фундамент буду дома закладывать. Так. Пускай он кое-что делает, а я... Вот дать. Свинину. Так. А у тебя хлеба нет, дай? Так, Данил. Мне даже хлеба нет. На тебе, по-братски, отдаю пол хавки своей. Спасибо. Так, опа. Данил, вы идите вдвоем. Гоу! Вперед. Так, вот я 54 лестницы сделал, сейчас еще сделаю. Давайте сделаем. Можно я этот набор брони возьму или нет? Бери, бери. Капец, она вообще хлипкая. На, Максим, соедини со своей. Я тебе ее кидаю. А то она, кажется, такая бомжатская, я не ожидал. Так, с чего? Ну, поверь, как почти как кожаная. Об дерево руки ломаю, блин, а это броня. Хуже, чем, не знаю. Даже не с чем сравнить. Долбить руки. Я помню, смотрел видео «Жизненный Майнкрафт». Или как-то так. Там прям мужик взял... Бумажник. Так, Данил. Это просто их по дереву долбит. Данил, иди сюда. Так, я тебе вот это даю. Я, короче, строю... Так, где лаймовый остров? Вот так, именно. Так, у меня что-то... Максим, у меня то же самое, я его не вижу. Так, настройки графики. Настройки графика детальная. Ну-ка, дайте-ка я, может, сделаю подальше, у меня что? Не буквально. Стой, походу, это облака. Сейчас, настройки... Нет, там был лаймовый остров, я тебе говорю, где он? Nations, так, облака. Стой, сейчас. Так, нет. Я не вижу никакого, я у меня даже этот... Sky... Ой, это что там? Что это там такое? Так. Где? Там что, обсидиан, что ли, бесплатный? Сейчас, подождите, бесплатный? Мне надо это отойти. Обсидиан или что, это какой-то стол? Бесплатный обсидиан. Какие-то... Ой, это же, где? Сейчас, подождите, быстро беги. Покажи. Я обкакался от страха, что Данил, это за стол? Данил, покажи быстрее. Бегу это ко мне. Там... Давай ко мне, гоу. Ты меня видишь сзади, вон я. Что-то, или это я завис, или вы? Бегу. Видишь меня, нет? Это таункрафт, да, это тотем. И вон еще один тотем слева. Это вообще, это заражённый белым, кажется. Так, нет. Сколько энергии я сейчас наберу, Максимка. Такой же тотем тут. Прикрой меня, тут визы могут летать. Кто это? А, да, знаю, забыл. Давно просто не играл в эти всякие Айдар, моды. Где этот лаймовый остров? Я не знаю, он пропал. Данил, что-то с приходом тебя он пропал. А, все, я вижу его. Где я? Хочу, Данил чтобы... хотел Данил, свалить. И поднимайся на горку ко мне. А вот видишь, где я? Ну, ты бэхайся, короче. А, вон, вижу лайм. А что за лайм? Это лаймовый остров. Вот с этого... А, вот теперь он у меня прогрузился. Все, а почему там... я его назвал лаймом, он слизневый? Ну ладно, Данил, а вот мне ты ставишь лестницу, да. А у тебя сколько дерева-то там? 400. Мне кажется, маловато. И ты косо как-то строишь немножко? Нормально все. Сам лестницу ставишь. Пердитё. Вы любите пердитё? Нет. Что? Так. Это великий аспект магический. Пердитё. Блин, мне надо толкометр быстрее уже. Давай, прыгай, не боись, я тебя достану. У меня лестницы кончаются. Пердитё, давай. Ой, я сейчас в облака пролезу. Вот это новшество. Где там второй тотем, Данилка? А он справа. Да. Блин, нам чего не хватит? Где справа? Я или слепой, или не вижу. Сейчас я к тебе, короче, готов меня ловить? Хотя нет, я... Не-не, стой, подожди. Все, у меня кончились лестницы, я вниз. Не прыгай. Да не боись, не ссы, Маруся. Так. А, ну можно было и я так. Я почти добрался. Так, вон он. Я почти добрался. Давай за тобой. Сделаешь мне лестницу еще, Максим? Получишь обеспеченное это. Обеспеченную какую-нибудь там. Обеспеченный подход. Вот. Так, я сейчас. Спасибо, короче... Данилка. Пердите, очень важный аспект. Так. И что за пердите? О, слаймы, привет. Вау. Я хочу развиваться. Вау, полегче слаймы. Ты пока лестницу там побожди, Максим. Ой, я сейчас, короче, отсюда возьму... А давайте до... Блок. О, синий лаймик. А тут есть мод, чтобы в них превращаться?
Нет, нет. Мы хотим. Мы, блин, с Максимом же обещали. А, нет, мы обещали в третьей его серии. Я такой модик хочу. Морф называется. Да. Короче, я Морф. Я сейчас, короче, накапываю этот. Накапываю. Ой, это что за зелё... А, это вроде житель, что ли? Какой? Зеленые чудики. Зеленые чудики. Так, я сейчас. Эй, мужики, короче... продаем что-нибудь, нет? Да нет. Нифига небольшие, это тролли, что ли? Это тролли. Тихо! Их дофига здесь. На циклопов наткнулся. Чего там делаете? Здесь их трое. Да, Айдар, я сейчас, короче, принесу. Короче, я вот так уйду. Я принесу росток синего дерева. Эй, большой, пс-пс. На тебе. А, бежим! О, росток синего дерева, хорошо. Я играю в догонялки, кто со мной палец вверх. Максим, давай, неси свое дерево какое-то там. Короче, и у меня батут есть, короче, на нем можно прыгать. И если ты с большой высоты на него летишь, тебе вообще урон не нанесет. Че, мальчик из будущего? Мужички. Че? Это в 1.8 добавляют. Типа батута. Ты мальчик из будущего? Кто? Ты. Почему? Потому что это в 1.8 добавят. Нет. Ты знаешь, кто мальчик из будущего, да? Айдар, у нас есть один знакомый. Короче, ко мне, я циклопа буду. А еще у нас есть строитель Галем. У нас хороший знакомый. Циклопы. Ой, он за мной огонь. А третий нам картошку поставляет. Да. За мной бежит циклоп, что делать? Воу. Айдар, чё с... Нет, удары сейчас мне страшно. Айдар, что там? Вот, Максим, знаешь, что я тебе скажу? Я, конечно, не засекал. Айдар, там циклоп, пошли в атаку. Какой такой циклоп? Ты чё моих друзей обижаешь? На меня лезет, я даже подойти... меч. Дём, я должен ему промеж глаз прям всадить. О, циклопик. Там их трое. Он сейчас на меня поагрится. Ты, братка, ты кто? Агрит, ты чё корову себе напялил на ноги? Ты чё корову себе на ноги напялил? Он не знает, на кого агрится, он агрится на двоих сразу. Это неприлично корову на ноги надевать. О, первый готов. Он размотает такими темпами. О нет, я его бью! Второй готов. Атаку! Да вы чё такие нубики? Он сзади меня, да? Слышь, циклоп, ты иди-ка сюда. Он ещё сзади меня, да? Я его всё... Да вы что не умеете? Ох, он за мной еще идет. Мальчик, да не бей меня, Данил, не надо на меня. Я тебя бью, я его бью. А ты себя сам бьешь. Мочи его. Смотри, у меня полтора... О, чё за глаз? Это мой. Все, я себе меч сделаю. Все, это... Айдар, ты поднял свои вещи? Да. То я смотрю, один раз ударил мужика, он мне не захотел продать ничего. Хоп, думал, что это торговец, что ли? Нет, почему? А почему? Он не очень-то похож. Пошли еще. Айдар, у меня алмазные блоки. О, там. Максим, поверь, я знаю, что такое алмазные блоки, а что такое слаймовые блоки. Тихо, не бей меня. О, тут какая-то эта труда таункрафтовская. Где? С кем? А, гравий, что ли? Не знаю, нет. Я в таункрафт... Да, гравий вроде. Хорошая руда, я забыл, что я буду делать. Нет, это стенка реконстракта, все. Да. Мне забыл, что я делать. Я Максим еще отнесу. Я вообще давно не... Ее надо вскапывать лопатой. Да ладно. Язык. Ой! Я не знаю. Максим! Ой, я забыл опции инвентарь, режим рецепта. Максим, фу. Я нечаянно... Я, короче, перемещал из инвентаря. Ой, а что у тебя... 3 жезна. Ну, ты сделал, да? Все нормально. Нет, не сделал. Наиграл я. Все, у меня, короче, меч, который на 1000 использований. И, короче, у меня, грубо говоря, алмазный меч. Все. Я крутой. Что мне лагает, придется все-таки на мини-дистанцию поставить. Мне на 80, но мне все. Да, это мне тоже. Ну ладно, я сам себе сделал. Можно я на лаймовый остров сгоняю? Или там сейчас лестницы нужны? Там, да... Какой? У меня ни жизни, так. Может, мне кто-нибудь еды даст. О, лонгсворд, я себе его заберу. О, железо. Может, мне кто-нибудь еды сделал? Тихо, я его накопал и переплавил, у меня его забрали. Так, я немножко понаглею, Эдар, извини. Извини. Чё ты ещё даём? Может, мне дадите покушать, а то у меня полтора хп. На, по-братски, 2 хлеба своих отдаю. Ой, на, ещё себе. Рапиром, блин. Вот. Это кто натворил? Я хотел Максима извинить.
А почему я сразу заспавнился, у меня как-то зависло? А потому что нету слово воин поставил. Слово что? Я тут тебе слово воин поставил. Так, давайте все, давайте уже что-то. В смысле, я когда что-то это заканчивает серию? Нет, не заканчивает. Время подходит к концу. Ребята, слоу поинт это когда я спавнюсь, я становлюсь медленным. Какой слоу поинт? Спаун поинт. А, спаун поинт. А, ну ок. Когда я вообще переобзывался. Слоу поинт. Слоу поинт. Нет, слоу это слоу. Это у нас, например, слоу. Я не буду говорить. О, у него какой-то лук, что ли, другой. Не будем показывать пальцы. Рубим. Это хорошо, Эмма. Мама, это нехорошо. Эй, у него какой-то лук, он меня так шмаляет. Он как из пушки палит по мне. Кстати, это новые луки же. Еще тут мод, я забыл. Лонгбоу. Я его завалил, но мне не дали лука. Да идите вы, я больше не буду к скелетам в жизни подходить. Знаете, я хочу поиграть с модом Galactic Craft. О, тут какая-то руда такая синенькая. Копай, у тебя же кирка есть, наверное, нет? Окей, конечно, есть. Конечно. Все сюда, здесь такая шахта прибыльная. Здесь все. Прибыльная? Это как? Так. Не, Optifine, он очень помогает, Даня. Ну, когда у меня был длинный, да, помогал. Иди сюда, зомбик. Когда у меня был длинный? Фундамент у нас что, будет такой, что ли? Чё у тебя там длинный был? Чё у тебя длинный? Чё у тебя там хорошо? Нет, ты чё, не помнишь? Да. Хорошо. Всё, ладно, давайте всё. Давай. Эндерпаук. Не помню, кто там, бей его уже. Где он? Пошли сам со мной, да. Я боюсь один. Я думаю. Всё. Но мама меня отпускает от меня. Ой, Айдар, помоги! Сам напоролся и сам отвечай. Чуть-чуть. Ты же у меня там железо забрал. Так давай, Вадюль, будь сильным. Что за странные формы дом? Все хорошо. Данил такой в этих... Данил такой в стрелах. Я мозг выбил. Help. Ра, я выбил мозг. Who can help me? Ты свой ник, что ли, говоришь? Нет. Помнишь? Можно я расскажу эту историю? Нет, подожди. Где мои вещи? За мной гоняется Эндерпаук, я потерял свои вещи. Чё, он сильно, что ли, бьёт? Он с одного тычка выносит. Нет, с трёх. Ну ладно. Ну тебя с трёх, меня с одного. Ну ладно. Я хардкор. Тихо. Кстати, дефикулт у нас... Где он? Я его тоже хочу побить. Тихо. Помогите. Дефикулт у нас что стоит? Эй, почему у тебя железная броня? А, у нас карт стоит. У меня только этот, какой-то синий этот меч. Это что? Эндершар. Отойди, Данил. Что? Бить его? Да! Тихо. Нет, я тебя сейчас сам позвоню, понял? А что такое за шарт розовый? Это шарт. Я вас не хочу разочаровывать. Что? Ну, время. А, ну, стой, давай еще немножко. Так. Сейчас, давай в шахту схожу. Вроде бы что-то там, ну, сейчас. Я хочу показать шахту, там очень много ресов прикольно. Что-то где, а где мой песок? Где мой песок? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, чья-то бронюша. У меня столько песка было, где мой песок? Ой. Я ничего не найду. Я эту шахту немножко завалил. Что это? Это у кого? Данил! Нет, это у меня. Так, Айдар. Немножко GTA 5 напоминает, не правда ли? Нет. А нам не придется это вырезать? У кого это? Это у Айда Данила было. Нет! А у кого? И у меня это было. Опа! У нас в конфе нет случайно никого? Помните? Я проверю, да, я помню. Я уже проверил. Стой. Сидит такой какой-нибудь мужик левый у нас в скайпе, у него телефон зазвонил, спалился. Такой редактон еще хороший.
Мне он понравился. Мне показалось. Смотри, там сундук с этой, сундук с вагонетки. Максим, быстрее. Посмотри, что там. О, обожаю такие плюхи. Что там? Ну! Алмаз! Чё? 8 арбуза, 3 хлеба! Покажи, покажи! 3, 4, 7 арбуза. Короче, алмаз самый главный, давай сюда, сюда. Охренеть! Видишь мой ник, видишь мой ник? Нам вообще повезло, Эдер. Алмазики. Первые алмазы во второй серии. Первый алмаз за историю. Нет, это не первый раз, Ванилкрафт тоже во второй серии алмазы были. Да. Блин. Везучий. Может, закроем эту воду, а? Она мне так... Стой. Так. Надо бы обзавестись киркой, конечно. У меня Реал Митовый, у меня нормально. Максим, а ты, может... О, тут какая труда еще. Так, а зачем нам медь нужна? Медь. Что? Максим, так. Ты где? Иди за факелами, Данил. У меня стинг... Сейчас окно закрою, подожди. Так. Я не знаю, как залезть, конечно, домой. Просто ТП мистер Мизи напиши. А, телепортироваться можно все-таки, да? Да, можно. Мы разрешаем. О, стой, Айдар. Ой, Данил, мне страшно одному в пещере. Тут могут разные мобы. Уже я слышу что-то, мне страшно, Данил. Принеси. Звуки отключу, не будет страшно, понял? Давайте, приходите ко мне домой, заканчивайте. Один пачек у меня всего. Еды принеси мне, Данил. Все, сейчас. Еды как бы нету, ок. В печке. Печки, еда. Нету. Так. Вот. Ой. Не боюсь, не надо, еда. Там мед. Я золото нашел. Так. Тихо. Вот что, он взорвался? Ну там Эндерпаук, побьем его. Помогите мне. Бегу. Черный плащ. Эндерпаук, что ли, увидел? Их два тут. Два, я побежал, короче, вниз мне плотку. Я тут железку накопаю. Чёрт, он меня бьёт! Агр! Я в домике! Агр! Ты взял не эту туша, вагонетную? Вагонетку, точнее. Нет. Может, ты подойдёшь ко мне? Уважаемый Макс. Я вижу твой ник, но у меня нет кирки, увы. Прощай. Меня что-то алмазы пустили, да? Нет. Вот ябка, короче. Так где? Слышь, ты, спайдер. Спайдер, блин. Закрой там воду. Черный плащ, я всем помог. Най-най-най. Блин. То-то-то-то. Ой, я подобрал немножко вещей на вот это. Так, где подними обратно, подними, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, подними, я не могу поднять. Что у вас там происходит? Я ему говорю, подними сейчас вещи. Так, все. Понятно. Максимка. Ну что, давайте, наверное, заканчивать. Ну туда подойдите. Сейчас. Так, шахта прям меня так и манит, Эйдар. Вау, что же это такое? Даже не думаю. Даже не представляю, в голове у меня... О, а что тут 42 доски делать? Нифига, Эйдар богат. Так, давайте. Да-да-да. Блин. Не, надо отключать в эти моменты. Это, короче, серия звонков, можно так назвать. Сейчас такое, я говорю, типа, надо у меня то удалилось. Телепортировался, я обкакался. Ну что, на этом у нас всё? Я его чайно ударил, он мне еще грохнет. Так, давайте, наверное, все заканчивать. Всем до свидания. Всем спасибо за просмотр, Данил. Пока всем, ребятки, мой.